А вот в Акмолинской области за 5 кресел в районах и областных маслихатах поборются 15 человек. Ожидается, что голоса за них отдадут около 20 тысяч жителей. Сегодня день тишины на избирательных участках. Вся агитационная и подготовительная работа проведена заранее. Как отмечает в областной избирательной комиссии, жалоб и претензий нет. За последние 2 года в регионе сменилось 10 народных избранников. Замены депутатов по отрицательным мотивам не было. Один депутат областного маслихата по 23-му избирательному округу. Этот округ расположен в Энбишлидерском районе, то есть этот район полностью. Дальше. И 4 района. Это Энбишлидерский еще раз район, районный маслихат. Это Атбасарский район, это Есильский район и это Жаксинский район. Сегодня день тишины. Уже агитация не ведется. Все участки готовы на 100%.